А сегодня ты уже полезешь? А? Сегодня фестиваль у них открытие сегодня. На фестивале. На фестивале. На удочке? Ночью. Да, на удочке. Олесь, ты с Максом-то остаешься? Да. Дело, а фестиваль как же? Он с сегодняшнего дня. Сегодня первый. Ну это да. Ты вообще в купальнике туда зайдешь? И все, я охрана слева весь. Да. И мне вообще ничего не надо. Где там зацепишь какого-нибудь европейца, диджея? Они там танцуют на чего-то, и все, они тут самокат хороший. А? Такой резин, самокат хороший. Я хороший. Я все-таки думаю, широкая это неплохая резина. А? Широкая резина неплохая. Но у нее было лучше. Думаешь? Мне было лучше, давай. На том? На том? Ну, она шла лучше, как бы, чувак. Да? Ну, по грязи она у меня так не гребла, как эта гребет. Ну, понятно. Слышишь? Да, это было лучше, как бы, чувак. Само собой, так и должно быть. По грязи. Да, вот, карьера пришла, как я же можно. Можешь, ну, да. Это же без контакта. Контакт, по-моему, вообще был бы зависит, наверное. Слышно. Я бы использовал, но найти крышу там проблем. Придется его менять. Да не, Макс, что там у тебя багажник на 20 килограмм? Там на 20? Да меньше. Там ты себя, Вась. Что там набрал? Там воды тут. Ну, вода, да. Смотри, как красиво. Иди про обычной воды и свали. И пиво литр, да? То есть у тебя уже воды 8 литров. Он стал потеплее. Ну если что, я говорю, мы там съездим. Это сколько? Там пару километров. Сколько там литров стоит? Не-не-не, на даче. Просто наберем, накипятим. Ну ты сама видишь, сколько воды уходит. А, да? Да. А если будет жара плюс 35, то будет вообще жесть. Ну еще будешь больше пить. Даша все снимает компромат на нас. Все снимает компромат. А? Где? На троллее? Ну, конечно, нельзя. Как ты полезешь на дерево пьяное? Ты не долезешь, свалишься. На страховке поистишь и без головы будешь болтаться. Я не знаю. Завтра ну, типа, завтра уже жарко будет, да? Завтра.
оставлю, ну, будет, будет. Сейчас вот эти все тучи разгонят сегодня ночью. Завтра будет уже жарко. Сейчас прямо через отмечи, а там решим. Ух ты, кратех, круто. Оп, оп. Все. Ты хочешь обратно? Нет. Не, нормально идем, не быстро. Не, просто знаешь, вот я начал в этом году, у меня рука сломана, мы проезжали за день 7 километров. Все, это был максимум. Сейчас как бы уже так полегче. Поэтому у нас тут, ну, разные бывают велосипедисты и разные скорости. И мы остановки делаем, если надо. А если не надо, гоним, короче, до упора. Ну, Макс прополз. Фу. Просто у нас как бы не туризм, а такой, знаешь, вроде и не лайт, и вроде не нагрузка, а что-то среднее такое. Да, просто катаемся, как бы хаотично немножко. А Александр у нас представитель, конечно, боевой десятки наших тверских велосипедистов, которые нам приветы, соточку, а мы так, вот, с рюкзаками. Сейчас глупости уйди, вот так их среагировать. Вот так? Ну это надо этот, легерат брать. Сразу на неделю уехать. Легерат с прицепом. Деньги взять с собой и просто так приехать. Ну, блин. Просто еду вот так в квартире таскать. Вечером тут пот постоянно, Ваня, и все. Ты мне объясни, что у нас легеры лучше, чем вот у нас на стратомне, например. Ваня, то, что я тебе сложу на кровати, там церковь одна есть. Ну. Сложусь наверх, и ты поймешь, чем разница, Ваня. Там Селегер совсем большая взорвание. Это я знаю. Там очень-очень красиво. Там нет такого вида, как даже вот тут ты увидел, слышишь, Ваня? Не, ну я был в Вышнем Волочке на озерах. Озер там дофига. Не, а ты все озера сразу видел? А на Селегере есть сразу такая фигня, где можно залезть и посмотреть все вместе, Ваня. А-а-а. Понимаешь, Ваня? Вообще. Там очень красивый пейзаж. Посмотрим. Может, мы на машине поедем. Видишь, Олеся уже собралась на машине с мужиками, с незнакомыми. Илюха? А, Олеся, да, Олеся собралась. Давно уже. Олеся, ты же не против, Олеся? Что? Незнакомых мужиков. Откуда ты его знаешь-то? О-о-о. То есть ты с ним уже познакомилась? Да. Ты уже его хорошо знаешь. Ну, нормально. Ну, что от него я боюсь? Безвредный? А? Безвредный? Я говорю, женатый. Ага, женатый. Ну да, с учетом, как он девок клеил в прошлый раз. Ратонде тот девок клеил только в путь. И потом один поехал без жены. Что ты взяла, что он женатый? Я
Ее видим, что ли? А там охренел вообще. Вот там берутся, все тут стоят. А ты думаешь, что я спикер? Да, ну и вот там другая стоит, и все. Вот другой контакт просто. Олеся влюблена, короче, в интернет. Я в какую-то фотку, видишь, Вань? Нет, она на самом деле я вообще. Я все выпускаю, да? Нет. То есть у вас все-таки ночью что-то было, я так понял, да? Ну, а потом я там прикинь, Олеся живет в фантазийном мире в каком-то. Ваня, вас буду ждать. А мы не приедем. У меня будет мачете. Ваня, а где будет медали тогда, да, Ваня? Я тоже могу собрать. Завтра здесь все высохнет, будет песок. И ты вовремя не едешь, Вань. А ты хитрый. Машина впереди. Жарко стало. Да, есть припекает. Солнце греет. Ветер, видишь, а ветер есть все равно. Не сильно, но тут видно, от леса нету. Ну,